А наша акция «Народная новость» продолжается. Звоните на автоответчик редакции по телефону 760-755 или оставляйте свои новости на сайте www.trk-istoki.ru. Победитель акции получит сертификат от нашего партнера магазина «Народные окна». И к другим новостям. В Орле пытались похитить 500 000 рублей. Находчивые мошенники присмотрели банкомат во второй поликлинике. Вечером двое парней пришли под видом посетителей и спрятались на четвертом этаже. Когда наступила ночь, подозреваемые выбрались из укрытия. Молодые люди спустились на первый этаж и набросились на 70-летнего сторожа, обмотали его скотчем. После этого они начали вскрывать банкомат, но были задержаны. Если бы не оперативные действия полицейских, то добыча злоумышленников стали бы более 400 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».